Губернатор Приморья предложил отправлять изъятую у черных лесорубов технику в зону СВО. Глава региона в минувшие выходные побывал на месте складирования машин в Дальнереченском районе. На сегодняшний день там хранится более 100 единиц техники, изъятой у лиц, занимающихся незаконной добычей древесины в Приморье. Техника самая разная – от советских тракторов, грузовиков ЗИЛ и КАМАЗ до современных бульдозеров и лесозаготовительных комбайнов. Есть и легковой транспорт. В течение 3 лет свозилась вся техника черных лесорубов. Это выполняется поручение президента по декриминализации лесной отрасли. Вот. Ну и незаконные рубки за это время в 3 раза сокращены в Приморском крае. Конечно, нужно быстрее завершать расследование уголовных дел. Есть та техника, которая может послужить еще нашим ребятам, находящимся в зоне специальной военной операции. Мы сейчас посмотрим. Это и джипы конфискованные, и грузовики с кранами, вот, то есть экскаваторы, бульдозера. Вот, я думаю, что сейчас мы проведем такую необходимую работу, и часть техники еще послужит нам там непосредственно, где находятся наши войска. С момента начала СВО Олег Кожемяка постоянно выступает с разного рода инициативами, которые могут быть полезными нашим бойцам. Это касается как региональных мер поддержки, принятых одними из первых в стране, так и подобных предложений по направлению на фронт конфискованной техники у черных лесорубов. Конечно, на сегодняшний день эта инициатива требует законодательной проработки, однако сама по себе действительно актуальна. Кроме того, огромный автопарк арестованной техники наглядно показывает, что времена черных лесорубов в Приморье уходят в прошлое.